Вот, привет, друзья. Вот в прошлом году я посадил смородину. Вот, смотрите, друзья, в этом году у меня есть урожай. Не знаю, как так можно. Я только в прошлом году его посадил. Вот, смородина есть. Значит, в этом году я уже буду знать, что за смородину я посадил, друзья. Очень интересно. Ах да, я еще здесь посадил. Я уже, честно говоря, не помню, что я здесь посадил. Но здесь какие-то плоды. Что это, не знаю. Оно должно быть или вот еще. Вот еще. Вот, я не знаю, что это. Смородина или крыжовник. Или крыжовник тот. Если кто-то знает, напишите мне в комментариях, друзья. Честно, я не знаю. Я запутался. Не знаю, где что посадил.